Нахрен все. Это мой влог. Ребята, всем привет! И сегодня для вас снимаю видео «Неделя влогов, просыпаясь каждый день в 5 часов утра». Не знаю, насколько мне это получится, но я буду пробовать. Такой формат видео я увидела на американском ютубе и решила тоже повторить, во-первых, чтобы как-то восстановить свой режим, потому что я ложусь очень поздно, просыпаюсь в 7-8 утра из-за тренировок, вот, и поэтому я решила снять такое видео, да. Один раз я уже пробовала встать в 5 утра, не особо это. Вот, и начинаю с субботы, потому что на следующих выходных я буду для вас снимать кое-что другое, поэтому начну с этих выходных, чтобы была прям целая неделя. Кто смотрит мой канал не в первый раз, тот знает, что я уже снимала неделю влогов, и обычно там 5 дней, а на выходных я снимаю отдельные влоги. Так что, если тебе интересно, то оставайся со мной и поехали. Я опять снова накрашена. Сегодня в 5 утра не получилось проснуться, но ну ладно, хотя бы в 7 утра. И сейчас у меня будет репетитор, поэтому мне надо смыть макияж и почистить зубы. Давайте начнем. Сейчас нам нужно будет съездить в город. Я, кстати, накрасила себе брови, потому что, ну, я успела это сделать. Сейчас хочу заехать купить себе крем для тела. У меня были ногами, мне капец больно ходить. У меня много кремов, но я хочу себе еще. Это обзор «Покупать чек». Купила себе вот такую сумочку, она мне безумно понравилась. Очень классная, крутая сумка. Футболку вот такую. Вот такую, она мне, правда, чуть-чуть большая, вот какого-то размера. Непонятно, какой это размер, но она мне немного большая. Ну, как немного. И эту футболку я купила себе в чешопе. И там мои тетрадь по репетитору. И еще в одном магазине я купила себе вот такую маленькую мицеллярку от Эвелайн. Пахнет, кстати, она не очень. Ну, зеленым чаем, по-моему. А это черный чай. Василек. И вот такую масочку. У меня когда-то такая была, но я, по-моему, ее кому-то подарила. И вот, купила себе новую. Вот.
опухшая, я вообще не выспалась, и это какой-то ужас. Я вчера забыла умыться, ну, в смысле, макияж, мицеллярки я смыла, очистить кожу забыла. И крем я вчера так и не купила. Мы ждали продавца 15 минут, хотя было написано, что он через 5 минут вернется, и в итоге не вернулся даже через 15 минут, поэтому я сейчас хочу опять туда съездить, надеюсь, что там кто-нибудь будет. На улице прям пахнет весной. Ребятушки, я уже пришла с тренировки вчера, у меня ничего не снимала, ну что я ничего не делала, я вчера, ну, как вы видели, весь день ела только. Ну, снизу тут такие странные, видите, тут нормально, а тут какие-то странные. Сейчас, короче, буду одеваться, я уже пообедала, и пойдем. У меня сегодня еще маршировка. Ребята, вы не представляете, как я устала. Ничего хотела сказать. Я сделала уроки. Кроме математики ничего не сдавали. Мне нужно помыть голову. И потом пойду спать. Так что спокойной ночи. До завтра. Девочки мои, всем привет! Это уже четвертый день нашей недели влогов. Я накрасилась, и сейчас мы пойдем на танцы. Давайте выбирайте, что же я одену. Выбор будет сложный.
Какой классный камень! Я уже пришла домой, делала всемирную историю. Нам задали написать эссе. Вот она у меня вот отсюда и вот сюда. Я еще хотела вот сюда что-то написать, но решила, что я уже так оставлю, потому что время 10, я уже очень хочу спать, потому что проснулась в 5, да, по-моему, я не помню. Соберу сейчас рюкзак и пойдем умываться. Я умылась. Сейчас буду ухаживать за кошкой, потому что у меня очень много прыщей повылезало. Да будет свет. Идет, что это такое. Еще чуть-чуть в школу не проспала. Вы спросите, как я же со второй смены учусь, а вот так. После танцев я решила прилечь. Потом братик приходит и говорит, ты в школу пойдешь. Время уже 10:10, а у нас маршировка должна была быть. Но, слава богу, и не было. Я успела, все нормально. Короче, сейчас буду вот эту сыворотку, потом вот эту, потом вот это вот прыщиков. Какая-то у меня рутинка. И всем спокойной ночи. Увидимся с вами завтра. Пока. Что ж, всем привет, я наклеила в первый раз свои новые патчи. Скажу вам сегодня, как они мне понравились или нет. Я сейчас буду подкрашиваться, пока что скрываю свои прыщи, вроде бы их не так видно. Я этим довольна, буду пользоваться консилером сейчас. Короче, вот так вот, девочки. Я собралась, накрасилась, делала все что-то подобное прически. Правда, не знаю, нравится мне или нет. И мы идем. На улице у нас так холодно. Первые дни было жарень, сейчас капец как холодно. Дома. Пошла в комнату своей сестры, потому что хочу взять у нее румяна. Капец, это я себе их покупала, она мне их взяла. И они уже почти закончились. Потому что у меня сухих румян нету, только кремовые. А я уже пудру нанесла. Делаю рубашку, джинсы и хочу добавить румян. У нас сегодня еще будет какая-то там типа землетрясение, какая-то типа эвакуация из школы, не знаю, как вам объяснить. Ну, короче, вот. Только что в прямую я сломала румяна крышечку. Ладно. Всем привет!
это ты. Нет. Да подожди, я сюда пришла, чтобы хвостик собрать. Последний день нашей недели влогов. Я забыла, как обычно, все размыть макияж. Давайте вставать. Я оделась, как обычно. У меня мятая рубашка. Неужто? Ладно. Сделала себе хвост, сделала рюкзак и двумя рубашки. Класс. Блин. Ура! У меня теперь второй телефон. Я рада. Камила. Я свой телефон забрала. Я стою около мамы. Жду, пока за мной приедет мама. Мне хотели закрыть в классе. Ужас. Ну, короче, я ничего не снимала, но я уже дома. Я тут делала уроки, смотрела с этой тетей сериал, немножечко прибралась. Не самое лучшее время, конечно, взять камеру в руки, но я помылась. И на этом я заканчиваю свой урок, потому что ничего интересного больше не будет. Уже 11 часов ночи. Я ложусь спать, поэтому ставь лайк, подписывайся. Но я тебя чуть люблю.